Акулы – мезотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластинножабрных и обладающие следующими отличительными особенностями. Удлиненное тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероциркальный хвостовой плавник, обычно большое количество острых зубов на каждой челюсти. Русское слово «акула» происходит от древнеисландского. Самые древние представители существовали уже около 420-450 миллионов лет назад. И к настоящему времени известно более 526 видов акул глубоководной мелкой, длиной лишь 17 сантиметров. До китовой акулы, самой большой рыбы, ее длина достигает 20 метров. Представители многотряда широко распространены в морях и океанах, от поверхности до глубины более 2000 метров. В основном обитают в морской воде, но некоторые виды способны жить также и в пресной. Большинство акул относятся к так называемым настоящим хищникам, но три вида – китовая, гигантская и большеротая акула – фильтраторы. Они питаются планктоном, кальмарами.